Мы с вами сегодня находимся на Волковском православном кладбище Петербурга. Хочу показать могилу замечательной актрисы Тамары Ивановны Алешиной, киноактрисы, актрисы театральной. Она похоронена здесь, на этом кладбище. Ее могила находится не очень далеко от входа ближайшего к литераторским мосткам. К литераторским мостке я еще чуть скажу, чуть позже, но вот чтобы пройти более короткий путь, то надо зайти в вход. Тот вход, который находится со стороны Ростанного проезда. Вообще три входа на Волковское православное кладбище, имейте это в виду, и в зависимости от того, куда вам надо, можно и выбрать, через какой вход зайти. Вот мы зашли через этот вход, и пройдя по Яковлевской дорожке, затем выйдя на дорожку, которая называется Глазуновской, и доходим до Пещерской дорожки. В принципе, вот возле Пещерской дорожки находится могила Тамары Ивановны. Она не заметен, ее памятник с дорожки, поэтому вот будете смотреть сюжет, но я еще поставлю в конце сюжета схему, как мы шли, чтобы было понятно, как найти ее могилу, потому что действительно очень неприметный памятник, во-первых, во-вторых, находится так в глубине участка, хотя на этом участке похоронена немало известных актеров, театральных, киноактеров. Ну, о них я буду еще рассказывать, буду делать сюжеты, следите за каналом. Так вот, Тамара Алешина, она окончила в 40-м году Ленинградский театральный институт, да, она родилась, собственно говоря, в Ленинграде, который тогда носил в 19-м году название Петроград. Окончила Ленинградский театральный институт и сразу же по окончании этого института стала актрисой основного состава труппы Ленинградского драматического театра имени Пушкина. И, собственно говоря, все годы она проработала в этом театре. А ни много ни мало, это более 50 лет, более полувека, вот она служила в Пушкинском театре. Сыграла массу разнообразных ролей, самых замечательных. И когда театр уехал в эвакуацию в 41-м году, когда началась блокада Ленинграда, он находился в Новосибирске, туда же приехал и Юрий, известный уже тогда актер Юрий Толубеев, они познакомились, и Юрий Толубеев ушел от своей жены, развелся, хотя его жена была дочерью знаменитого Вивьена, главного режиссера, но вот он ушел к Алешиной, у них родился сын Андрей Толубеев, тоже ставший впоследствии известнейшим актером, советским, российским актером. Но, собственно говоря, Толубеев, Юрий Толубеев расстался и с Тамарой Ивановной. Рождение сына браку, собственно говоря, не скрепило. Ну, кстати, оба этих актера, и Юрий Владимирович Толубеев, и Андрей Юрьевич Толубеев, похоронены также неподалеку, но на тех самых литераторских мостках, о которых я вам говорил. И тоже, если будете на Волковском православном кладбище, то можно зайти на литераторские мостки, навестить и место упокоения их. Ну, а Тамара Алешина, она, собственно говоря, играла очень много и в кино, и в театре, но самая известная ее роль, которая прославила, это роль старшего лейтенанта Маши Светловой в фильме «Небесный тихоход». Вот после этого фильма она стала знаменитой, но играла после этого в кино не очень много, еще можно разве что отметить вот роли императрицы Елизаветы Петровны в фильме Михаила Ломоносова 1955 года. А потом она снималась не очень много, в основном это были фильмы-спектакли. Ну вот здесь она лежит, вот на этом месте. Будете на кладбище, зайдите, помяните. Спасибо за внимание.